Всем привет, с вами Ирина. В этом видео я хочу показать вам одну из орхидеешек, которую я когда-то купила по уценочке и пересадила ее вот в этот вот горшочек. Она уже разрослась и почти вот год спустя, возможно, ну чуть-чуть меньше, чем год, мы уже выпустили цветонос. Честно, я даже не помню, как эта растюшечка цветет, так что мы с вами будем ждать цветения. Меня очень радует, что растюшечки начинают пускать цветоносы. А то очень многие хвастаются своим цветением, показывают, какие у них красоты распускаются. А мои девочки что-то стоят все, не знаю, чего они ждут. Я знаю, что они ждут. Они, наверное, постоят, и все одним разом, как начнут цвести, ох, красота будет. Вот это будет красота. Вот это, конечно, мечта — зайти в тепличку, и чтобы все орхидейки были в цвету. Да, там будет красота, действительно, глаз будет радоваться. Так что вот наша орхидеюшка. Мы, кстати, с вами вместе ее пересаживали, 100% пересаживали. Единственное, нужно найти предыдущее видео про эту орхидеюшку. Но пока у меня нет даже на это времени, честно говоря, даже так, чтобы вот найти ее и показать вам. Когда будет время, я прогляну все-таки, что же это была за орхидеюшка. По-моему, если я не ошибаюсь, я ее покупала, кажись, в Эпицентре. В Эпицентре по уценке. Так что, ребят, вот такая вот красота. Очень-очень красивая орхидеюшка. Умничка. Она просто умничка. Так что ждем цветения. Ну, все. Спасибо всем огромное за внимание. Подписываемся на канал, ставим лайки. И до новых встреч. Пока-пока.